Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из России. Россия открыла въезд, но не для всех. Спортсменам можно въезжать в страну, а когда разрешат въезд туристам? Давайте разбираться. Правительство России сняло ограничения на въезд на территорию страны иностранных спортсменов и тренеров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Иностранным спортсменам, как и другим не гражданам России, въезд в страну был закрыт еще в марте в связи с пандемией COVID-19. В мае разрешили въезжать тем атлетам, у кого есть действующий договор с российской организацией. Теперь же они могут свободно посещать Россию по рабочей или гуманитарной визе. Эксперты считают, что это хороший знак – начало снятия занавеса. Значит, не за горами и разрешение на въезд для туристов. Скорее всего, этот процесс будет постепенным, аналогичным восстановлению воздушного сообщения. Сначала с отдельными странами, где хорошая эпидемиологическая обстановка. На сегодня по России у нас все. Оставайтесь с нами, следите за новостями. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Следите за туристическими новостями и оставайтесь с нами. Впереди еще много всего нового и интересного.